На ней представят уникальную экспозицию минералов и горных пород, живопись земли и выставку коллекционных образов, изделий и украшений из поделочных камней. С Олимпийских дней молодежи по дзюдо среди юношей и девушек 2008-2009 годов учащиеся Бобруйского училища Олимпийского резерва вернулись победителями. Варвара Белочуб завоевала золотую медаль в личном первенстве. Серебряными призерами стали Давид Хомич и Артем Ковтюх. Бронза у Никиты Смолича.